Теперь я не очень удовлетворен твоей личностью. Эй, смотри, куда ты машешь этой штукой. На моей машине больше не будет дерьма голубей, а Томми? Полагаю, нет. Ты чертовски прав. А теперь послушай. Тебе известно, кто хозяин самой быстрой лодки на восточном берегу? Нет. Я хочу, чтобы все так и оставалось. У каждого контрабандиста отсюда и до Каракаса есть одна мечта – более быстрая лодка. Ходят слухи, что лодочная мастерская только что завершила постройку такого судна для какого-то членоголового из Коста-Рики. И Томми, я хочу такую лодку! Кажется, твои голуби возвращаются. Черт, я думал, что я их прикончил. Откуда они взялись? Голуби, вам конец. Suspect on foot.
Составим вот. To be fair, I try to be kind, but you are a freak and a liar and wasting everybody's time. The organs below the belt are for reproduction. Подойди к телефону возле бульвара в Вашингтоне. Европейская банда планирует нападение на банк в Вице-Сити. Мои работодатели хотели бы, чтобы этого не произошло. У каждого члена банды будет прикрытие, пока они будут находиться здесь, в Вице-Сити. У некоторых рабская работа, другие в отпуске. Каждая цель и ее возможное местонахождение обнаружено при помощи телефона.
33% of all Nobel Prize winners started out in public radio. Without public radio, we would never have... Your beeswax.
Давайте, попы! Томми, это Дональд Лав. Это Томми Версетти, последний стрелок из этой стороны. Дональд, заткнись и слушай, может, чему-то научишься. Ничто не снижает цены на недвижимость лучше, чем старая добрая война гангстеров. Это может быть катастрофа, как библейская чума. Но это может быть и не так в данном случае. Ты понял? Ты четырехглазый придурок. Недавно погиб хозяин банды гаитян. Вероятно, это сделали кубинцы, никто не знает точно. Но сделаем это точным. Ты замаскируешься кубинцем и пойдешь на похороны. Развороши там все. Ты понял, Дональд? Так пустим лесу в курятник, да? А потом мы просто сядем и будем наблюдать, как падают цены. What you taking up? It's nothing like a relief. Thank you.
major freaking joke. Для тебя есть работа. Это не Лео. Слышишь, Лео, можешь убить того, кто взял его телефон. А может, Лео уже труп? Может, я убил его и снял телефон с трупа? Ты о таком не думал? Ты убил Лео? Тогда ты крут. Хочешь поработать на меня? Зайди в кафе моего отца в маленькой Гаване и поговорим. After dark. No, not so fast! Да, парень. Эй, полегче, папи, это для меня. Вот это тот мальчик? О да, вот это он. Я так думаю, понимаете? Нет, наверное, не понимаю. О да, вы пришли сюда, крутой парень. Вы думаете, что можете так говорить? Вы думаете, что сделаете из меня дурака? Нет, я думаю, что вы делаете дурака из нас обоих. Эй, он назвал вас тупым, сынок. И я назвал его девчонкой, папи. Посмотрите на него. Он так и оделся. Что это за женская ночнушка? Вы что, такой крутой? Вы почему оделись как женщина? У вас и трусы, как у женщины. Ха! Что вы имеете против женщин? Вы предпочитаете мужчин, мальчик? Я люблю женщин. Я люблю всех женщин. Я люблю свою мать. Хорошо, хорошо, я верю вам в этом. Успокойтесь. Вы умеете водить Амиго? Да, как женщина. Забавно, вы мне нравитесь. Может, вы и поможете, докажете, что вы мужчина? Ну же, уничтожьте эту лодку. Покажите, что у вас есть яйца, а не какие-то ошмётки. Эй, чувак, это ты здесь крутой? Том Версетти, идем. В любое время, потому что у вас есть достоинство. У всех моих друзей есть большое достоинство. Help each other out, extend a hand to a neighbor, and guess what? Every... Ты клёвый, чувак!
тащи ме. Ты клёвый чувак. И вы себя называете мужиком? Вы маленький, напуганный котенок. Малыш, позовите свою маму. Неплохо, это настоящий мужик. Вы просто зря загрязняете воздух. Ходите как мужик, говорите как мужик, но вы водите как идиот. Отдай, пластиковое дерьмо! Не смей этого делать! Слышишь ты, кусок пластикового дерьма? Чтоб тебя! Если он сожрет мой любимый фильм «Эль Берро», ему конец! Что мне еще остается делать? Вероятно, он не подключен.
Черт возьми, неважно, я могу купить еще сотню. Слушай, Томми, каждый месяц в Вице-Сити прибывает наемник и причаливает свою яхту. Он продает свой груз первой же лодки. Я хочу, чтобы вы захватили быстроходный катер, а все остальное смешали с дерьмом. Затем вы перенесете груз сюда. Понятно? Дайте догадаюсь. Вы думали, я смогу воспользоваться ангелом-хранителем? Я просто хотел сказать, что ты должен позволить мне войти туда, старик. Теперь можете скормить мне все это дерьмо одинокого крепкого парня. Но я знаю, однажды я спасу вам задницу. И, вероятно, вы захотите поцеловать мою. Сумасшедший. У нас тут конкуренты. Итак, Томми, мы знаем, что именно Диас сломал наши планы. Так почему же мы выполняем для него эти задания? Чем больше мы выучим сейчас, тем меньше нам придется учить, когда этот город будет у нас в руках. Мне нравится твой стиль, парень. Настоящая свежатина. Смотри, оба, они подходят отовсюду. Взять их, направляйтесь к Диазу, чем быстрее, тем лучше. Ешь его, ешь его! На покой к рыбам. На этой пристани бандиты. Впереди еще больше проблем. Впереди кое-что идет. Неплохая стрельба, друг мой. Вы настоящий истинный лунатик степени А. Ну, благодарю вас. Еще увидимся, Томми. Хорошо, мистер Ланс Ванс Данс. Everyone will know my name. Thank you.
вами, это Лэнс! Да, рад тебя слышать, Лэнс. Ну давай только прошу спокойно. Я сейчас немного занят, что тебе нужно? Почти ничего, Томми, мы можем сделать это. Ты и я, понимаешь, о чем я? Да, нам надо сделать это, если мы не собираемся умереть, Лэнс. Сейчас мы далеко друг от друга, но спасибо за звонок, еще поговорим. Эй, Виота! О, мэн! Loser, like, watch out! Привет, это Пол. У меня есть для тебя немного информации, но я хочу рассказать это лично. Я отдыхаю в клубе Малибу. За это ты тоже должна сделать мне пару одолжений, солнышко. Увидимся. What did you say your name was?